я автор-разработчик этого проекта. Что такое Альберо? Это авторская студия, которая занимается генерацией своих идей и воплощением проектов в жизнь. Значит, основная проблема сегодняшнего дня – это интернет, большой поток неконтролируемой информации и дети, живущие в гаджетах. Также трудность восприятия детьми научной информации, обучающей в школе. Мы предлагаем комплексное решение. Мы берем тему за основу, делаем комплексный анализ рынка, вырабатываем стратегию развития проекта, создаем первую настольную игру плюс книгу, через которую дети могут осваивать с легкостью большие пласты информации. После этого формируем турнирное движение и уже совместно с детьми развиваем проекты. Даем им возможность раскрыться в этих проектах и получить необходимые навыки. Проекты на стадии подготовки к выпуску на сегодняшний день – это первый проект в поисках потерянных свитков по истории Российской Федерации через историю Московского Кремля. Второй проект – это путешествие по миру динозавров. Третий – астрономия, физика и история человечества через игру-сказку «Где-то далеко». Четвертый проект – для самых маленьких – мир животных, растений и география. Анализ рынка настольных игр с точки зрения первого нашего проекта. Тут указана ссылка на YouTube, видеопрезентация игры. На последнем слайде будет также эта ссылка, можно будет сфотографировать и посмотреть спокойно. Значит, рынок, международный рынок сегодня составляет данные цифры 552 миллиарда рублей. К 2021 году это анализ. Российский рынок из него составит всего лишь 15 миллиардов. Мы только с одной со своей игрой можем увеличить этот рынок на 2,2 миллиарда к 2021 году. Как мы пришли к этим цифрам? Мы берем точки самого большого посещения нашей целевой аудитории, ключевые аэропорты города Москвы, музей города Москвы и учебные учреждения Российской Федерации. Путем нехитрых манипуляций с цифрами мы приходим к этим цифрам, мы можем прислать всем интересующимся этот расчет. Бизнес-модель проста. Мы либо через коммерческие структуры, либо напрямую интернет-магазин и во время проведения наших мероприятий и турниров. Доход от 30 до 150%. У нас нет конкурентов, это наши потенциальные партнеры. Конкурентные преимущества, уникальность продукта, легкость восприятия больших объемов знаний для ребенка, вовлеченность ребенка и семьи в процесс изучения наук. Текущая стадия обсуждения договора с ключевым стратегическим партнером, постановка в производство первого тиража, запуск продаж, организация турнирного движения с летними лагерями. Плюс мы приступили к следующей стадии подготовки проекта к мультипликационному фильму. Планами на наше будущее мы готовы поделиться всех, кого это интересует, по почте. Команда — это команда художников, команда детских писателей, остальная команда на стадии формирования. Мы в течение ближайших 3 дней будем искать, предлагать инвесторам от 1,5 до 100 миллионов рублей, в зависимости от необходимого тиража, возможно, обсуждение участия в бизнесе. Спасибо. Спасибо большое.